сегодня предложи не только сегодняшнего дня от бренда Вилмор. Это абсолютный эксклюзив. Представленные сапоги были буквально недавно на международной выставке в Москве. Сегодня они доступны к заказу только на нашем телеканале. Клотильду нам представит Мария Никулина. Это, кстати, выбор и нашего эксперта. Маша Никулина является главным экспертом телеканала «Шопеншоу», и она для себя выбирает только лучшее. Ну что ж, друзья, не только я, но и Олечка Гридунова выбирает для себя потрясающие высокие стрейчевые сапоги на молнии, которые совершенно точно застегнутся абсолютно на любой ножке любой модницы. Мне нравится то, что это бренд Вилмор, а значит, вы совершенно точно получаете надежную обувь. Мне очень нравится то, что бренд сотрудничает с нами уже почти 9 лет. А также мне нравится, друзья, то, что сапожки застегнутся на любой ножке. Говорю это уже не в первый раз и хочу вам это доказать прямо сейчас. Посмотрите, я беру сантиметр, делаю замер объема голени нашей модели. Что мы видим? Барабанная дробь до 64 сантиметров. Боже мой, это не предел. Благодаря прекрасному полотну, которое идеально тянется, друзья, это стрейчевый велюр, который прекрасно подходит для вас. Зимнее предложение, конечно, потому что уже сегодня, в начале сентября, жуткий холод. Точно. Не знаю, как у вас. Наши сапоги нас согреют до минус 15 градусов. Благодаря чему? Благодаря тому, что здесь у нас с вами абсолютно идеальная система еврозимы. Что это значит? Это значит, в системе именно вашей ноги, именно в стопе у нас с вами натуральная овечья шерсть, причем очень богатая, очень большой ее здесь объем. А далее по всему голени, по всей длине наших голенища, мы видим с вами очень мягкую байку, которая не будет создавать дополнительного объема, но при этом тепло будет держать. И, конечно, подошва. Подошва здесь отвечает за сразу за несколько моментов. Во-первых, за тепло. Во-вторых, за вашу безопасность. Посмотрите, какой глубокий, прочный протектор. Поэтому, конечно же, если ставить оценки, то я ставлю 15 баллов из 10 возможных этих сапогов. Во какие сапоги надо брать. Обязательно минус 15 градусов, и бесплатная доставка гарантирована при приобретении сапог Клотильда. Они стоят 3999 рублей, скидка 51%. Завтра этого предложения уже не будет. Вообще бренд Вилмор обожает наши телезрители. Ну, во-первых, за изобилие цветов. Смотрите, есть бежевый цвет, есть серый цвет. Серый мне, кстати, нравится, он совсем не скучный. За счет страз становится таким игривым, оживает. Синий цвет – это сапфировый оттенок, цвет королев. А еще есть черный цвет, не марки оттенок, но со стразами, опять же-таки, и праздничный образ можно тоже сконструировать. Бренд Вилмор 7 лет представлен на Шопеншоу, и более полумиллиона пар продано за все это время. Вы большие молодцы, что вы сегодня так активно заказываете сапоги Клотильда. Цена 3999 рублей и бесплатная доставка в любой регион России. Слушай, ну мне очень нравится, что прям вот по размеру они идеально четко садятся. Давай напомним, как выбрать размер. Друзья, с удовольствием для тех, кто еще ни разу не пробовал на своих ножках бренд Вилмор, я напоминаю, что этот российский бренд использует стильную западную технологию 3D-моделирования. Именно поэтому каждая женщина, кто впервые выбирает бренд Вилмор, говорит, что эта обувь будто шита специально для нее по ноге. Поэтому от 36 до 41 мы с вами смело выбираем размер в размер. Помимо увеличенной полноты голенища, здесь еще увеличенная полнота в стопе. Ну и давайте посмотрим, как мы выбрали для вас сапоги Клотильда. Машенька, вот ты была на этой выставке. Почему именно на эти сапоги у тебя пал взор, и тебе захотелось их презентовать на Шопеншоу? Да, ты знаешь, вообще хочу сказать, что выставка была грандиозной. Действительно, это был уровень мирового масштаба. Проходила она в Измайловском Кремле на прошлой неделе. Мы со Светой ее, разумеется, посетили. Посмотрите, это самое стильное предложение. Высокие сапоги – это тренд. Стразы. Ну, конечно же, это тренд, который переходит и в 22-й год тоже. То есть, знаешь, Оль, можно сказать, что это сапоги из будущего, которые никогда не потеряют своей актуальности. И еще я их выбираю, потому что они подойдут каждый из нас. Вот, Олечка, ты часто говоришь о себе, ну, действительно, плотная ножка. Да, плотная есть ножка. Такая особенность, и знаешь, знаешь, как проблематично мне подобрать сапоги? Я иногда прям хожу, в витрине вижу высокие сапоги. Хочется безумно юбку надеть, платье надеть, но не с ботинками же зимними надевать, понимаешь? Хочется сапожки, но они просто не застегиваются. Мне очень понравилось, что эти сапоги идеально застегнулись на мне. Вот смотрите, вот полностью, да, вот расстегиваю. На мне 39 размер, полненькая ножка, вы видите, да? А может быть даже замерим, да, вот сейчас можем, вот мою ножку. И смотрите, застегивается элементарно. С первого раза. Вот. Я обращаюсь.
обращаю внимание. И здесь еще есть. И теперь, во, смотрите, Олечка, вот ты сказала в самом начале, что могла бы и джинсы надеть. Да могла бы, просто сегодня их выбрала я. Мы должны быть, так сказать, в разных нарядах. Давай сделаем. Помоги мне, пожалуйста, Олечка. Да, вот, да, сосунь, да, покажи, что ты можешь внутрь поместить две ладони. Сделать это легко и просто, абсолютно без каких-либо проблем. И мы с вами видим, вот, то есть минимум 61-62 сантиметра. Да я могу еще это шире. Как минимум. Сейчас, подожди. Шире можем. Это действительно так. То есть легко и просто две ладони помещаются внутрь. И сапоги на молнии. Функциональная молния по всей длине голенища. Кстати, обычно на ботфортах маленькая такая мини-молния, друзья. А тут у нас с вами полноценная молния, это всегда удобно. И обрати внимание, ты мне даже не помогала застегивать. Конечно. Видишь, я сама прям хоп-хоп, как с смычком по скрипке, да? Вообще, друзья, хочу сказать вам следующее. Если полненькая ножка, невозможно в магазинах найти высокие сапоги. Ну, невозможно. Они всем мало мерят, они не застегиваются. Помните, как чаще всего продавцы помогают с двух сторон, говорят, еще, сейчас застегнем, чуть-чуть потерпите. Ну, вдохнуть в себя животик только можно, а икру в себя вдохнуть невозможно. А потом еще говорят, не волнуйтесь, все растянется. Но ничего никогда не растягивается. Вы изначально выбираете для себя сапоги Клотильда, которые застегнутся и на полные ножки. 3999 рублей за исполнение мечты. Ну, на какую температуру рассчитаны наши сапожки? До минус 15 градусов минимум они вас согреют. Смотрите, я уже расстегнула молнию на нашей полупаре. И хочу показать вам, конечно же, это тепло. Смотрите, натуральная овечья шерсть будет согревать вас здесь, в зоне как раз вашей ножки, в зоне щиколотки, в зоне вашей стопы. Натуральная стелька, которая также состоит из натуральной овечьей шерсти. Стелька у нас с вами съемная. Ее всегда можно изъять из изделия. И, конечно, правильная подошва. От минус 50 до плюс 50 сантиметров у нас с вами она позволяет держать такие температурные перепады, согревает от холода земли и не скользит. Безопасность, тепло, красота и все это вы. Здорово, но мне больше всего нравится, что они и застегнулись. Мне нравится, что в них я не шлепнусь, как в прошлом году. Я очень серьезно упала. У меня потом пятая точка долго болела. Это то, что нужно для нас, для всех. 3999 рублей. Звоните.